побывал хоть чуть-чуть? Пару часов. 8 человек, до сих пор не верю. Вот тебе объяснение, почему бабам не место ни в армии, ни в полиции, а особенно в мужской тюрьме. Вот результат. Доктор Потаскушка открывает Скофилду дверь. Открыть дверь еще не весь побег. Если бы Танкреди заперла дверь, 8 ублюдков парились бы сейчас в карцере, ясно? И точка! Брэд. Новости? Нет, ничего после того кладбища в Освего. Мы возьмем их. Теперь уже не мы. Дело передано в ФБР. Мы все равно можем работать. Не можем, Белик. Нас с тобой сняли с операции. За что? Скоро выясним. Мы оба вызваны в управление. Буду ждать тебя там. Сэр, мы еще можем взять их. Дайте мне пару дней, и я клянусь... Брэд! Нас вызвали. У Батошика нет родных? Никого? Были. Пока 4 года назад он их всех не перебил. Послужной список Аполскиса. Будет время, ознакомьтесь. Сент-Луис, штат Миссури. Да-да, я буду ждать на старом такси. О, старик, прости меня. Извини. Прости. Прости, брат. Извини. Не трогай. Алло, газета Des Moines Herald. По поводу слушания Барроуза. Во сколько начало? Спасибо. Начало в 3. Слушание длится полчаса. Затем его отведут вниз. Ждать 4-часовой транспорт. Как нам к нему подобраться? В тюрьме я пересчитал кипу отчетов о судебных разбирательствах. И в каждом натыкался на Ника Саврина. Чтобы попасть к сыну, мы... Выдадим себя за его адвоката. Да.